Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонгарена.ру. Всем привет! Это Best of 2, в котором встретится у нас команда Мека против команды Кам. Сам Сакасти Фолсноу. Один да-да. Сегодня. Их ты вот это все слышно. Надо тебя убавить. А, ужас. Я понял почему. И тебя тоже. Скажи что-нибудь. Алло. Все, теперь настроился. А, и команда МЕК у нас. Магнус, Рапсодия, Признер, четвертым пиком Пиромансер. А у команды Камварбист, Пеблс и Бабблс. В банах у нас Паразит, Мидас, Хеллбрингер и Ревенант. А во второй стадии банов пробанили Дарклейд, Репульсер, Эмпаску, Мэтчбейна, Бегемота и Силуэт. Так вот. Четвертый пик для команды Камалуна. Это, в принципе, последний матч группового этапа, там еще параллельно играет команда Кэтс против команды Скойрер, но этот матч особо-то ничего и не решает. В принципе, если только Камы тут не отлетят от Меки 2-0, а Скойрер выиграет у Кэтс, да, тогда это будут переигровки. Ну, все может быть, соответственно. В основном, если сейчас хотя бы ничья будет, то эти обе команды проходят в полуфинал. Ух ты! Равинор. Равинор, да. Керещи. Керещи, Равинор. А у команды Кам. Команды Кам я предполагал, что будет Керещи Пеблс. Нет, будет Керещи Варби, скорее всего. Ну, посмотрим. Last pick для Камов. Bubbles Suicide очень плохая затея, особенно против Равинора. Как бы без вариантов. На миде, если Pebbles пойдет на мид, то он уступает по силе в дабл миде Призонеру. Тем более там Призонер Рапсодия, Призонер Пиромансер, очень сильные комбинации для дабл мида. Да, скорее всего. И так как это будет, скорее всего, соло, топ, если Алуна Пеблс пойдут на мид, то у Магмуса тоже, в принципе, все будет хорошо. Это Дедлот без какого-то хардового керри играет команда Кам. Нет, почему? Варбис достаточно сильный. Сильный, но больше такой герой для сплитпуша. Да, но в начальной фазе игры ничего не будет делать. Причем, когда агрессивный пик у команды Мека через того же Равинора. А если Равинор не файтится, это, в принципе, не герой. Let's get on. А, так это интересно. Это Deadwood Suicide... Нет, это Deadwood Support. Или Suicide. Нет, Deadwood, мне кажется, поставят вот так. Будет стоять... Смотри. Будет стоять Bubbles в миде, будет стоять Pebbles с Алуной на изи, Deadwood на харде и Варбис в лесах. Вот так, ну, он, да, будет стоять. 2-1-1. Скорее всего. Мне интересно. Это просто для них самый выигрышный расклад. Я бы сказал, самый непроигрышный расклад. Да. Мне интересно, кто все-таки на миг пойдет. У Мекки. Это Рапсодия будет, да? Или Пиромансер. Смотря с кем. Ну, с Призонером точно. Да, это... У Никитон бегает вокруг домика, смущает. Они все еще стоят на базе. Они думают. Это может быть манап. Может, они ждут паузу? Это очень похоже на то, что сейчас будет манап. Или у них это там в бубен стучаться.
Так, перенес. Кстати, опять отдали Артуру Пеблса. Не совсем. Я на самом деле видел, что у него немножко не идет в последнее время. Того Рапсодия с Признером на мид и Романсик с Равинором на бот. Таргет стана нет на боте. Не самый лучший выбор, конечно. Ну, да нормально, там главное дельтапланом попасть Равинора. Там. Бэтмен стан по стану считать вместе с, со Спидманом. Как-то один. Два. Что это? Видел, ну как ты видел видео это, где учимся нет. считать вместе со Спидманом. Дельтаплан. Мимо. Там, один, два, три. Веселое видео, да? Да, Дашняна. Ну вот уже разминают Бабблса. Бабблсу надо как-то харас свой в Рапсодию направить, тысячек подавать. Фуга. Лайн, кстати, пропушится уже в сторону Магнуса за счет того, что Рейндж Крип уже умер. Ну а Пиромансер развлекается с Дедвудом. Внизу въехали в Бабблс. А, ну, это Дедвуда. Дедвуда. И он, скорее всего, не уйдет отсюда. Не, пробивает красную банку, прокачал он третий спелл. Там сейчас стал. А, да, дельтаплана пару секунд, но почему же ты пошел в другую сторону, попадая дельтапланом, и, скорее всего, это будет ФБ для команды Мека. Еще пару атак. Пиромансер, да, и это ФБ. Слишком нагло играл Борщ, по-моему. Поставил Рапсодия вард. Далеко зашел. Не знаю. Чтобы, возможно, подгангивать варбиста, если он будет просажен. На миди что-то гирька какая-то на Бабблса. Цель гирьки неизвестна. Модеры баньте тупых аутистов в чате. Там беспредел реально начался. Я тоже занялся. А чё там? Это я так. Ну, не баньте, а давайте тайм-аут, по крайней мере. Может, они образумятся. Проценты оглашал, кстати? Нет. Ну, на Меку, там все видно, в принципе. 53 на 29. Я вроде бы на мячу поставил. Я поставил ни на что. Игру котов... Вроде бы не стримит. Точно не стримит. Потому что там нечего стримить. Команда Square R не проходит, ну, скорее всего, на 90 так, процентов примерно. Нам нужно мнение Каспера. Им как минимум придется выиграть кэтсов и приучиться к тому, что камы сыграют 2-0 против Меки. Ну и проиграют им, конечно же. Ну, SQRR отпустили игру с бичами очень сильно там. Да, и за счет этого они не пройдут. Бабблса нет ботинок, а у Пиромансера есть за счет Ферстблада. Хорошо распределил. Прогрызается, завейдил. Да, ну и что, первый спал? Остается буквально на один удар у Бабблса жизней. Не, ну это уже овертайв. Бабблс победил в этой войне. На самом деле могли, могли пиромансера и наказать. Прям между башен ходит. Дед вот тем временем немного покрепался, поиспался. Третий уровень он имеет. Скоро уже, кстати, четвертый. Будет ему проще стоять, может быть, даже в мид выйдет. Только крипов что-то всех он пропускает. Да. Так. На миде.
что-то хотят от Баблса, я не понимаю, чего там, на самом деле. Ну, это иллюзия пиромансера всего лишь. А сам пиромансер отводит крипчиков на пулспоте. Но тут и как хорошо сейчас Магнус поймал Пэблса, да, на 500 хп его сразу. На самом деле, Магнус мог бы и этот магматач вкачать. Он вкачал плюсик, да? Он, да, видимо, вкачал плюсик. Ой, как же просил Пэблс под крипами. Так-то сейчас Магнус его может поймать. Вот на дальнем, крипчике, и... да, как раз там нет. Но там опасно. Хотя нет, опасно. Вот был бы пятый, точно бы забрал, а так красный нет. Красный попивает Пэблс, это луны. Все у него хорошо. Магнус продолжает лечить экспу. И сейчас, кстати, у Магнуса нет никаких хилочек, баночек. Магнус, ничего. Есть второй спел. А у Алуны нет контрварда и не дастов, ничего нет. Есть стан у Пэблса. Ну, ему надо дойти. Ну вот, у Магнуса сейчас нечем подхилиться, что он купил. В инвизе, Дэд, вот на виде. Пэблс получил гирку от Признера, ну и все, в принципе, на этом. Постоянные гирки от Признера на Бабблса, это неэффективно, это так не работает. Контрвард от Рапсодии, своевременный такой. Еще бы буквально на 10 секунд пораньше и заметили бы, что Дэдвуд взял руну инвиза. Но, скорее всего, инфа поэтому и была. Вард стоит. Слишком агрессивно сейчас играет Пэблс с Луной. Магнус просто не подойдет. Ну, тут еще, кстати, подошел пиромайстер. Так-то могут подловить Пэблса, если он будет выезжать. Ну, по-моему, Магнус умрет. И стада даже не выйдет. Ну. Если попадется сейчас... Кстати, корни подвоим. Ну, мне кажется, сейчас... Мека будет сама въезжать. Допустим, того же Пэблса. Почему вот сейчас бы не въехать? Фаустана. Побежал. Дэдвуд. Ну, откопался. Ну и сам заходит в корни и умирает. Ну, как это было? Все вроде хорошо для команды Мека, но сам Магнус продался. Жадность фраера сгубила. Пэблс возвращается на свой зилейн. Кстати, очень маленький, как помню, 260 всего лишь. Не знаю, связано ли это с причиной, по которой он не купил топорик. Ой-ой-ой, проблемы. У Дэдвуда есть станчик. Пиромансер после атаки хорошо расставили. Ну и это минус Дэдвуд очередной раз. Ну как очередной раз? Сначала забрали Пэблса тогда. Ну сейчас хотя бы Тауэр заберут немного под бусти ГПМ. У ребяток. На ларбисте. Бабблсы, кстати, могут быть проблемы. Станчики есть от Рапсодии. Есть станчик от... Ой, как же вы так... Ну, я не знаю даже, на самом можно деле. Можно было, на самом деле, этот пикавер переждать Романтеру или Признеру подойти вовремя. Не, Признер просто изначально он как-то отошел. Ну, не знали, что Бабблс, наверное, подставится. Дэдвуд это увидела Рапсодия, они обменялись бутылками. Кстати, в спину еще заходит Алуна, которая сейчас поставит Вардик. Поставит? Да, поставил. Норвинор фармит у нас лес. За максимум третий спел. Ой, ульта на миде, по Признеру, есть корни от Дэдвуда, есть задуф от Алуны, и это смерть. Барбист выбежал под Варкраем. Ну и обратно в лесок, получил свой ассист, получил экспу. Магнус на топе опасается Пэблса, но так не... можно было уже тогда станет его, в принципе. Пиромансер может использовать. У Равинара 1000
практически 900 голды на руках. Возможно, это алхимист будет, потому что он себе ничего не приобретает. Или абиссал, или бом. Что же это будет? Ставлю на... Или венец вот этот вот новый. Но он первым этом, мне кажется, не заходит. Коготь грома? Абиссал все же приобрел себе Рувинор, чтобы не проседать в лесу. Коготь грома лучше всего на Берсеркера заходит. Да. Не знаю, насчет Эбиса, можно, в принципе, было взять Элдер Паразит и так ты не проседаешь. До 26 уровня смещается у нас к Магмусу, тут есть Вард. Простой. Ой, Пиромастер тут вырубает леса, скорее всего, спалил он Дедвуда. Кстати, такой достаточно... Как сказать-то... Ой, въехали тут у нас в Рапсодию. Или Рапсодию? Через Ультимейт Бабблс его забрали. Ее, точнее. Ну, это было не тяжело, но... Скрытный вард, вот. Вот что я хотел сказать. Сники? Да. А контрвардили, провардили. Посмотри, как ниткамы. Да. А, Равинор тем временем снес башню. 475 ГПМ уже у него. Пэблс, кстати, далек от портал Кея пока что. Ну, как сказать далек? У него 1300 голды на ПТшку. Ну, в принципе, у Равинора больше. Пэблс очень сильно нагло фармит прямо под Т2 башню. Да, но он видит, скорее всего, то, что Признер в миде. Плюс у него тут стоит вард, если что. На реакции, может, он уйдет. Руну хосты, кстати, пропил Пэблс, пропил еще и грибы, и побежит в мид забирать того же Признера, скорее всего. Признер просто абсолютно ничего не может ему сделать, потому что если он нажмет ультимейт, то он может его просто или откинуть, ой, еще и под крипчиков рассказ, да. Ну, Пэблс, мне кажется, его и соло бы забрал, на самом-то деле. Ну, с Варкраем, Варбист, да. В этой игре Признер вообще не реализован. Может, ему надо как-то поактивнее смещаться, грибные заходы всякие делать, убивать тех же Пэблсов, Дедвудов. Сейчас стоять на миде против Бабблса выгоднее Бабблса в этой ситуации. Ну, кстати, Бабблс... Тут вопрос, в каком году вышел Диктор, там еще золотая цепь. Это Пимп Диктор, скорее всего, в 2010-м. Хон в 2009-м, а Диктор в 2010-м. Или в 2011-м. 2011. Промежутки вот этих. А это что за вопрос? М? Это в чате вопрос? Нет, тут. Боди. Боди. Месседж. Не будем больше смотреть боди месседж. Дед вот вместе с Салуной. Подошли у нас к метку. Признер выходит на инсметариус. Да. Хороший выбор. Равинор продолжает разгоняться. Отметочку 500 ГПМ уже скоро он преодолеет. Выгодно ли это, то, что он просто фармит? Ну, Равинор достаточно сильный керри. Недооцененный, по крайней мере. После нерфа. Керри на самом деле очень сильный. Именно в этой игре, потому что Лагис не самый сильный оппонент. Хотя тоже достаточно неприятный. Ой, в инвизе тут Дедвуд бегает. Сейчас он обнаружит стак, который фармит. Ой-ой-ой, подцепили Признера, но почему-то корни. Еще и ульт. Ульту Рапсодии залетел стан от Магмуса. Прилетел сюда Равинор, забирает фраг. Попадает он Бэтменом. Еще и Энштов, скорее всего, сейчас. Сейчас он заберет дракона и получит Портал Кей. Ну, я не думаю, что это будет Портал Кей. На самом-то деле. Ну что, это может быть Инсанитариус, который так любит спидман, это может быть Элдер Паразит или Шанкин Хэт из оставшихся вариантов.
Ну, Shrunken Head бесполезно, когда у тебя нет атак спида и так далее. И Portal Cash, но... Я все-таки ставлю на ПК. Видит он, как заходила руна, как идет Pebbles и оставляет драконов, входит. 2600 он имеет и... Что-то пока что глух. Инсанитариус, инсанитариус все-таки, не знаю. Ну, нормально, пойдет. Портал Кей на Баблсе, Портал Кей на Пеблсе. Ну, так-то инициации достаточно серьезные. Залетели в Признера. Есть Тос, еще и разорвал ультимейт Баблса. За это теперь можно Баблса было забрать, но промазал Равинорчик дельтапланом. И не удастся им забрать Баблса. Хотя, вроде, стаката там было на Баблсе от Рапсодии. Было стаката, да? Чалис у нас приобретает Pebbles, сейчас будет активная игра. С двумя Portal Keyми будут дангать ходить. Магнуса через 50 голды будет Portal Key. Можно ману банку, кстати, было продать. Так. Можно подцепить Pebbles'а. Есть такая от Рапсодии. Ребята что-то особо-то не лезут. Прилетает сюда еще и Дэдвуд. Есть хук по Баблсу, но на реакции тейковером Баблс сбегает хука. Я отключусь на него. Давай. Летают в Баблса, Бэтмен попадает, и это минус Баблс. Да, Магмуса с ПК. Тяжело заводить. Волк в Робиста спалил пиромансера. Объясняет ему, что он был неправ. На Пеблсе появился Бульварк. Кстати, Варпист у нас уже приобрел себе первые пазлы. В принципе, достаточно хороший ГП он поддерживает. 460. Опять въезд в Признера. И да, его тут очень быстро забирают. Пеблс под ДД 400 атаки с руки имеет, плюс Батл Край еще 44 дает. Так, Рейнорчик, проблемы должны бы были у него Пеблс быть, потому ДД, что Пеблс ДД, да, я не знаю, почему его сейчас не забрали, плюс у Баблса был ультимейт. Продувают Рейнора и Рапсодию. Дефенсив как-то играют ребята. Пазлбокс на Варбисте появляется на первом уровне, да? Что-то мигает артефакт. Пофиксили. Ну и на что мы имеем? Призанер, стоявший дабл миди 336 ГПМ, Бабл, стоявший против дабл мида 1323 ГПМ. И Призанер 4 смерти. Очень плохо. Ой-ой-ой, влетал Пеблс, но на контраинициации есть въезд, есть хук. Сразу же быстро его забрали. Не простили ошибку. Попытался подцепить Магмус. Баблс, откинувшего первый свой спел, но ничего не получилось. Баблс на реакции успел вернуться. Закупает на санитариус.
фризонеров никуда. Бабблс? У Бабблса нет маны? Вообще маны, кстати, да, нету. Но есть стан у Магнуса. Ой. Как же ошибся сейчас Магнус, да еще мог он портал кейсы прожать, но еще пробивает красную банку, барбист гонится. Магнус до сих пор живет. Разрубился призонер. Сейчас умрут все. Равинор. Ну почему? Тут Равинор пришел, начинает объяснять ребятам, что... Ну... Что? Что у него нет маны, он начинает объяснять. Пеблс воскресился, подцепил Рапсодию за счет... Роспла он ее забирает. Ну, в принципе, размен 2 в 1. Никто не делал байбеки. Ой-ой-ой, как же подставился Пиромансер. Сейчас, возможно, он за это погибнет, но сбивает ему портал кей. Ну, а будет ли давить? Погиб, есть стан, есть тос. До свидания. Портал кей на Равиноре появляется. Кстати, 6000 с золотом у команды Камп. И... 5000 экспы, да. Второй пазл бокс. А что у Равинора появилось? А, портал кей. Но все равно, мне кажется, ему не хватает от экспида сейчас. Как-то маловато. Покупает Mighty Blade Warpist. У него есть 3 типа Zulbox и выход на Shattering Head начинается. Ой-ой-ой, въезд в Рапсодию, но она слишком станом... плотная. Нет, он станом промазал. Возможно, из-за только... этого умирает. Он ее только подкинул. Еще собак хотят добить. На миде еще, кстати, Алуна, которую тоже можно подцепить за счет стана Магнуса. Ее Равинор может сам подцепить, да. Портал кей на дедуде. Вылетают в Алуну. Но... Ошибка. Ошибка, нельзя так делать. За эту ошибку он отправляется в таверну. Плюс лишний фраг для Равинора, который еще и забрал Тауэр, помимо этого. А Врабис отправляется сплитить у нас ботлейн. Откидывается Бабл серфом, но сразу это получает он. Станчик влетает, Дедвуд, но попал он под стан от дельтаплана, еще хук от признера, даже не успевает он размутиться, подспели еще и Врабиста. Ой-ой-ой, как же сейчас откомбэчили жестко ребята из команды Мека. 4 фрага на ровном месте подарили. Ну, там конвейер пошел, Варбист непонятно зачем сделал. Ну, по одному, ТП, по одному. Титануть в это время. На самом деле все началось с той ошибки Пеблса в Десу. Когда он въехал в Рапсодию, помазал станом и вот повлекло за собой такие последствия печальные. Въезжают подстанили по Луну, ну, очередной раз ее забирают. Плюс еще и Пеблса можно забрать. Потому что Пеблс-то один в живых. Отыграли 6к по голде и... И теперь они уже даже ведут, да, экспу. Экспа за ними. И как-то пока что смотрится Равинор больше, чем Варбист в этой игре. Да. Поэтому не нравится Варбист Кэрри. Ему надо очень много артефактов, чтобы начинать. Пеблс заюзал грибы, плюс Дедвуд тут. Ну, и сейчас, скорее всего, будут Равинора, да, забирать, даже сейф ТП-шки не помогут, ульта от Дедвуда. Панч и умирает. Прилетает сюда Магнус, который раскастовывает ультимейт и будет забирать Бабблса, скорее всего. Да, есть враг. Бабблс, раскаст по Магнусу. А почему же ты один сюда прилетел? Магнус до сих пор живет, остается у него. Есть же мана у тебя! Непонятно, что так он отпустил. На варде прям бежит. Призер пытаться забирать Пеблса, но нет. Да, рановато он из туманчика вышел. Пеблс покупает призму. Выход на а Варбист уже, смотри где. На Т3. Т3 так его сейчас наказать могут. Да кто? Вызывает весь свой зоопарк, направляет башенку. Подходит сюда пиромантер, пиромантер умереть может вообще вдруг. Ну и падает Т3, нет глифа. Почему? Где призонер?
А вот за это он сейчас может, кстати, поплатиться. Подцепили. Так это... Но у Признера нет порталкея. Но он может анлок отдали до Шука. Но второй спел мог бы, кстати, повесить Признер и... Он бы посветил. Да, за счет этого его бы сейчас забрали. Сбирают Тринах и Грамоте Варпис. Очень важно. Подцепил. Равенор Пеблса. И сейчас, скорее всего... Ой-ой-ой, одна атака. Остается по Пеблсу, у него оставалось 10 хп. Подождали бы чуть-чуть, там мы могли бы развернуться и с Deadwood Punch. Ну опасно, там под Т2 могут налететь тиммейты. Постхейст на кого было всего лишь трое. Кстати. Ну он будет водить волков, потом ТПшиться на них и забирать. А у него страйдеры были или что? Я не знаю, у него, по-моему, ПТшка была. Сейчас я в стриме посмотрю. ПТ. А, у него ПТшка была. Он ее продал, что ли? Разобрал? Скорее всего, разобрал. Ну, только ему эти части не особо нужны, что перчатка, что... БКБ на Равиноре, но теперь он, в принципе, в тимфайте, можно сказать, неуязвим. Кроме ультимейта Дедвуда, ему ничего не страшно. Бабалс откинул серф. Слишком дешево. Пытались поймать Бабалса. Да. Признер, кстати, он тоже почти доделал свой шванкритет. Рецепт на зеленку приобрела себе Рапсодия. Пассивно играют обе команды. Портал Кей наконец-то появился у Признера. Да, решил он скипнуть Шанкенхэд. Бьест в Рапсодию, умирает Рапсодия. И тут очень быстро ее забрали. Через рассказ Пеблса. Даже не понадобился ультимейт от Дедвуда. Пировайнсер, посмотри, как уплотнился игрой в локе. Два брейсера плюс мистик Вестмент. И если что, можно еще и батареечку будет прожать. Поставил Серсей Варт у нас на... Магмус летает на Луну и продолжение дельтапланом. Разменялись саппортами сейчас команды. Да, Равинор не прощает вот таких вот загулявших саппортиков. Так при том, что еще и был стан от Магмуса. На боте тем временем падает Т2. Ну и один внешний тауэр остался всего лишь на миде. А у камов стоит до сих пор еще и Т1 на топе. Ой, забрали Бабблса. А вот это уже важно. Кстати, игрок? Даже без рассказа ульты Магмуса всего лишь потратили ультимейт от пиромантера. Дедвуд летит на базу, уход он в БКБ. Не знаю, чтобы что, лучше бы ветра бы это собрал. Ну, чтобы не умирать, может какой-то дэмэдж он хочет вносить. Непонятно. Бревном колотить по голове. На Sacrificial Stone покупает пиромансер. 11 брони у него, достаточно плотный. Даже его, скорее всего, Дедвуд не убьет сам. Ну, плюс он будет накладывать баф на Тиму, который дает 3 арморчика. Дарует 3 единицы брони союзникам в радиусе действия на 30 секунд. В грибах Рапсодия на Конгоре, тут же Равинор. Байтит на плохом миде, уже нет. Варбист, кстати, приобрел шаг. Но Равинора будет проблематично забирать в тимфайте, он достаточно плотный. 1900 хп очень тяжело будет забрать. Я так думаю.
вся команда Мека собралась на миде. Может быть ошибкой, потому что варбист уже начинает пушить там. Да, тем более там голые бараки. Уже две ТПшки есть. Возможно, сейчас будут цеплять. У Равенора есть Портал Кей, есть Дельта План, второй спел. А БКП не долетела, вот банда. Да. Ну, мне кажется, он бы, даже если бы его и прожал, все равно погиб. Нет, если бы оно у него изначально было, он бы задоджил стад Магнус. Возможно. Пускай, если приобретает себе еще и Магмус, на Равеноре 3300 уже по деньгам. А Бабблс уходит в Хексу, остается ему только один артефакт за 1300, и будет Хекс. Равенор, кстати, еще ни разу не прожимал БКБ. Ну, он его относительно не так давно купил. Тимфайтов еще не было. Где можно было нажать дело. И идут по топу. Команды Мека хотят забрать Б2, наверное. Призонер остается пока на базе. Возможно, будут какие-то телепорты и Хекс на Бабблсе уже. Ну, все запчасти. Байтер абсолютно наверху или нет, уходит. А, Кама забирает Кангура. Да, и не успеет Мека уже на Кангура, хотя они его там выдвинули себе, да, в грибах. Поздно. Ну и токен надо отдать какому-нибудь Пабблсу, как по мне. Варбист просто без ультимейта, ну, ничего не сделает. Все если равно хотят драться, смотри, идут. Да, спал гриб у Рапсодии. Влетают в Валуну, есть танчик, еще и Пабблс, тут дал Хексу по Магмусу. Уходит, ну, ничего не потратили, забрали саппорта, хорошо. Ну а варби сразу побежал сплитать. Ну, кстати, на варде это было все видно. Ой-ой-ой, варби сейчас может встрять и отдать два раза токен. Слишком опасно тут загуливает. Есть танчик, сразу есть Бэтмен. Но его не отпустят два раза. Будут забирать. Да, могут отпустить, смотрите. Ну, хотя... Нет, точно теперь не отпустят. Вешают даун. Ну, это было. Убивает, убить его. Ну, и сейчас... Подходит тиммейт, и есть сразу тонна дэмэджа, и его убивает два раза. Отдал сейчас все преимущество, которое у них могло бы было быть в файте. Да и вообще токен на варбисте это такая себе штука, потому что... Ну, да, я изначально сказал. И Скади появляется на Равеноре, теперь он еще никого отпускать от себя не будет. Ну и падает Т2 и отступает. Мека, Равенор ману себе хочет остановить. Признера, кстати, сейчас появится БКБ, вот буквально остался ему забрать пачку крипчиков, и оно появится вместе с ТП-шкой. Ну или без ТП-шки. Главное, есть БКБ-шка. Ну и, возможно, сейчас пойдут пушить или пиковать уже. Ну не знаю, токен нет уже у Камов, в принципе, можно.
пропуск есть на пиромансе. На варде Равенор... бегает Талуна. Нашел. Грейвьерд Панч. Ну, где же ВКВ-то твой, Равенорчик? Есть стань. Надо перек... Да, успевать переключить инсталитарь, но все-таки его успевать забрать. Ну, я ж теперь ошибка от команды Мека. Слишком нагло себя Равенор повел. Шанс да, не прожал Шаванку. Он ее, в принципе, вообще не хотел, наверное, прожимать до конца игры. Она у нее первый раз за, наверное, минут 10 активировалась. Может, случайно назад? Байбека-то нет. Они будут заходить на ХГ, забирать милишную казарму. А байбеков-то нет вообще. Да, Магнус уже раскастает ультимейт. Ой, хороший раскаст! Сразу сдувает у нас просто, как не бывало тут варбиста. Ну и саппорт это отбили, отдефали. Так сейчас еще и можно зачезить за тем же Пеблсом, за тем же Бабблсом. Магнус. Есть даблстан, какой же хороший, уже умирает Бабблс. Как дешево. Убивают вообще и тех, ну... Еще дальше пойдет? Да. А Лун дает красный стан, но это всего лишь на одну секунду. Я на самом деле думал, что они сейчас казарму милишную заберут. За бесплатно, можно так сказать. А получилось так, что они потеряли трех персонажей, практически четверех Пеблс. Еле душа в теле убежал из этого тимфайта. Выходит на башер варбист. В скаде выходит Бабблс. Ну, достаточно такой интересный итем билд. Я бы на самом деле уже Харкон бы, наверное, делать начал. Ну, не Харкон, но я не знаю, ну... Ветра, возможно, какие-нибудь, чтобы сейвить своих тиммейтов. Или поднимать того же Равенора, у которого 300 хп. Просто 300 хп. Вот еще, заменить ему Портал Кей на какой-нибудь Вингбол, и все. Просто без вариантов. Для команды. На самом деле, когда у него будет не будет потолки, он не такой мобильный будет. Да ему не надо быть мобильным. Они в него въезжают, они его не убивают, он на контринициации всех забирает. Постхейст себе прилетает Равенор. Постхейст. А Пеблс потихоньку делает даймоник. Находит он хосту. Визнер на миде в грибах, но никого рядом нет. Парни крипов. Кстати, у... Ой, сейчас, кстати, в спину заходит Алуна. Тут еще неподалеку есть Дедвуд. Пеблс фармит пока что трипл стак эншентов. Команды Легиона нет бульварка, кстати. Что не есть хорошо. Надо скинуть один на команду, хотя бы призрак должен собирать. Да или Магнус тоже. Пеблса вроде появился даймоник. Да. Опять фармим две команды, не хотят особо ничего предпринимать. Боятся, и кого очень нравится. Игра, казалось бы, которая ничего не решает, ну, достаточно напряженная стала для команды. В принципе, и Кам, и Мека подцепили Алунку мисс Бэтменом от Равенора. Ну и разошлись. Без потерь. В параллельной игре команда Кэт содержала первую победу над командой СПР. Ну и все, в принципе, на этом. Да, и дальше можно не смотреть. И вот дела.
Кстати, может так, конечно, так получиться. Но сейчас после въезда в Пеблса. Я расскажу. Ой-ой-ой, сейчас будет тимфайт на миде. В инвизе находится Дедвуд. Въехали. Пеблса не успеет прожать Шанкин, Равинор. Куда же ты побежал, Равинор? Стягивает отлично всех призов. Есть ультимейт от Рапсодии. До сих пор живет Равинорчик, но... Его сейчас убивают. Есть Магмус с ультимейтом. Это 2 в 3. Скорее всего, потеряют еще и Признера. Да, раздамаживают тут Варбист. Достаточно серьезно. Закончился у него ультимейт. Бабблс тут по дабл... А, или не дабл дэмэдж. Не знаю, что-то он, короче, много тут нарезал. Слишком долго прожимал Шаранкин Хэт Равинор. Из-за этого потерял практически все здоровье. Ну, как и в предыдущем тимфайте. Любит Шаранкин нажимать. Так, что там получится, может, говорю. Ой, хорошая реакция у пиромансера. Избежал он сейчас смерти. Бабблс уже был готов бежать в него. Ты говорил, что там получится что-то, может быть, ездом. А, ну в арбисте башер может получиться. Но уже получился. Но не об этом была речь. Там, в принципе, бичи сегодня писали в конфе, что типа, какого черта камам дали 3 очка. Ну, типа, КРМ просто так подарили камам 3 очка. И бичи, типа... С КРМ, я так и назвал. И бичи, типа, пишут, давайте нам-то тоже плюс 2, потому что мы с ними сыграли ничью. Ну, в принципе, это логично. Даже не потому, что мы тоже с ними сыграли ничью. Даже могут нам очков не давать. Но, в принципе, это логично. Какого черта камам дают очки, а всем остальным нет? Я вот за бичи, на самом деле, в такой ситуации. Страсти. Ну, это или всем, или никому. Ну, такая логика. А не то, что, допустим, тем же камам дали 3 очка за то, что скоро мы с ними просто отказались играть. А тем же бичам нет. Потому что им пришлось с ними играть. Но тут еще такой момент, что... Они могут же... просто да, поиграть. Да, игры. Да. Но они же этого не сделали. Ну, назначили игру. Да тут они, типа, дисбант у них, как бы. Снимает вард пиромайстер, кстати, за который он может поплатиться сейчас жизнью. Пеблс улетает, раскастовывает и будет умирать, не знаю, слишком дешево. Еще и подкукали Бабблса. Раскастовывают Магмус ультимейт. Проблемы серьезно у Бабблса. Бабблса тоже забирают. Появился Конгор. Двух коров забрали сейчас у команды там и... Возможно, это фри Конгор. Или это минус сторона, потому что бейбеков нет ни на Бабблсе, ни на Пеблсе. А, кстати, там Варбиста сплитал барак. Но его подцепил Равинор. Грамотный развод, но за это еще и умрет Алуна. Не Варбис, так Алуна. Кстати, Дедвуд в грибах. Прочекал, сколько здоровья осталось у Конгора. И отступает. Спрятался за Эншентами. Продолжает бить Конгора. 15 секунд до Бабблса, 20 секунд до Пеблса. Могут и не добить Конгора сейчас. Ну да. На самом-то деле. Ну, хотят уже подходит Равинор. И токен ему. Продал он Абиссал, походу. ПК на Рапсодии. И пауза от команды Легиона. Ну, по голде вообще практически никакой доминации. По XP 12 500. Там в чатике войны, как происходит. Да вообще.
Давно такого не было, слишком активный. Там даже не то, что слишком активный, там смысл в том, что там вообще такой... Такое пишут, что... Как эти... Сценаристы собрались и фильмы там сочиняют. А с чего конфликт начался? Я не знаю. Подскажите, кто-нибудь. Я больше слежу за игрой. Конфликт в чатике. Лиз, очень интересно. Так, сейчас я отойду. Все еще пауза. Ушел к нему вопросик. Ну да, что-то какая-то пауза странная. Ща. Ща. Го. Ща го. Как неуважительно Никитон разговаривает с администрацией, я бы такое штраф. А, ты манерный стал, да? Ща. Что такое ща? Есть слово сейчас. Бог ты мой. Продолжим.
По голде, в принципе, у нас все ровно. По XP 12500 за командой Мека. Не то чтобы это что-то сейчас сильно решало. Постхейст у нас приобретает Кузнец. Хотя ему все-таки стоило бы приобрести уже бульвар. Пожалуйста. Да, как бы... Эбисал. Тут Эбисал есть на Рапсодии. А который, кстати, Равинора у него, оказывается, не продал. А, я думал... Можно, кстати, Инсанитариус тут же уже поменять на достаточно и там подороже. Кстати, вот можно и как раз и Рёбарта и взять. Вот же есть. Зачем менять? Какой слот? Токен? А, ты про Равинора, я думал, ты про Призмера. Нет, ну а на что можно поменять? На сердце только есть? Нет, можно те же ребра купить, или итема скорость атаки. Ребра вот должен венец. Покупать Призмер. Ну должен, но не обязан. Может, у него другие планы от игру. Я уже не знаю, что тут нужно Призмеру. Вот пока стоит команда Мека, так, да, езжает у нас Магу, сразу Равинор, успевает прожать БКП, сразу срезали Бабблса, есть ультимат. Вот Рапсодии, но заберет бараки, скорее всего, Варбис, есть ТПшки. ТПшки надо сбивать, их сбивать, Пэбблс! Забирают Равинора, выбивают из него токен. Прошмай зеленку, Рапсодия. Финал Интернешнл. Сбитие ТП и минус сторона у команды. Да, и так-то нормальный развод получился, Равинор. А где Бисл? Рапса, дай Бисл, по-братски. Нет, Рапса с Бислом... Ну так Магу. Там Варбист просто на мужчинку Магу. Забирает Магу. Казарму. Магу сейчас убегать, отъедет, Магу. На самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой, Равинорчик тут на лоу хп разобрал еще и Пэбблса, остался в живых один Дедвуд и Варбист, который собрал лейн. Ну, так-то, я сегодня, кстати, смотрел там другой стрим по другой игре, там, в принципе, такая же ситуация была, но ребята, те, которые сплитпушили, они все равно проиграли. Они забрали две стороны таким вот примерным способом. Но все равно потом команда собралась и просто взяла и снесла им трон одним заходом. Ну вот Вингбол появляется. Там был Хаммершторм против Свифтблейда играть? Нет, там Морф. Морф был. Такого героя нет здесь. Да. Ну он типа силки. Только там раз можно нажать. Саня, когда стрим будет? На Горене никогда. Горена обижает как бы. Да, Горена... На Горене есть неприятные личности. Растахон есть, вот, может. Там не, причем, в смысле, причем Растахон? Ну, есть кому стримить на Горене. А. Подзабили Алуну. Пара атак, Равинор забирает ее. Очень-очень быстро. Ну, вот чем забирать Равинора с Вингболом? Он еще поменяет Инсанитариус на какую-нибудь Тараску и просто забей. Ему не сделать абсолютно ничего. Они сделают не ему, Варбист может просто их в базе сделать. Ну, ничего не получится. Тенди вылетел. Обидно на самом деле сейчас. Мог бы уже быть вот там вот вместе с Крипчиком. Где его собачки. Так насчет стрима. Буду играть на Инте, будут стримы. А на Грине нет башти. Извольте. Да, извольте. Есть ребята, которые просто кидают репорты. Мне это не надо. Не надо. Спасибо вам, ребята. За репорты. Так, хоть винрейт поднялся. Ну, 10-3 уровень ора по счету. 587 ГПМ. 2200 на руках. Если он умрет, у него есть деньги на байбек. Может, он обратно вернулся в тимфайт, потому что у него уже есть постхейсты. В чате есть вообще какие-то эти модераторы? Там просто уже жесть. Начинается сожжение какое-то и так далее.
Варбист-то переподключился, почему не продолжает, интересно. В Робесте, кстати, появился шилдбрекер 3 уровня. Это давно или только что он приобрел? Ну, денег у него, по крайней мере, вообще нет. И он, типа, алын. Прожали ребята глиф. Ой, какой далекий въезд тут в Пеблса. Под Т4 практически давит. Ну и отходит. Ну лайн-то пушится у ребят, ну что же. Надо влететь, надо что-то сделать. Просто стоять не получится. Да, они не могут просто так простаивать, прожидать время, потому что у них очень сильно пушится лайн. Плюс, смотри, там были гончие, на которых мог ТП-шиться. Барбист. Ну и падают милишные казармы на миде, скорее всего. Ой, подцепили. Ревенора, ей сразу сейф ветра. Вот сейчас он прожмет БКБ, просто расскажет мисс Дельта планом, рассказал. Забирают у нас уже Магмуса, забирают Признера, Ревенор. Пытается забирать Пэблса, но закончилось шарм хит-хэт, он сразу его откинул. Ой, какой ультимейт от Рапсози заставил своего керри. Ну как сказать, раскаять? Ну хотя да, вот второй Дельта план достиг цели. Еще одна атака, и он забрал бы Варбиста. Но тимфайт в сухую, можно сказать, выигрывает команда КАМ. Потеряли они всего лишь одного саппорта. Ну и в принципе байбеклс у нас Дедвуд, по-моему, в этом тимфайте. И Т4 упал в Мики. А байбеклс еще и Магмус, но который не успел прийти в тимфайт, подцепил его Бабблс. Будет Саленс. Ну нет, скорее всего, не убьет его. Зеленочка! Боец, портукей! Как же он хорош. Ну, одно мы поняли это точно, что если Равенор промахивается Бэтменом, он просто в тимфайте ничего, ни одну цель не может забрать. Потому что нет контроля, нету... Чего у него нет? Мобильности, в принципе. Сколько у него? Он с первой атаки, по-моему, 25 зарядов набирает, да? Не уверен, я на Равеноре не игрок. Минимальное количество зарядов вашего героя после... такого удара 15 зарядов изначально. Фулстаки за 10 ударов, ну плюс еще спиллы там добавляйте. Ну да, вниз приходит команда КАМ, откидывается пиромансер тут с пыльчиками. 4 секунды остается буквально до пиромансера. Подхукали крипчиков, летает Магмус, нанес достаточно много дэмэджа Варбисту. Варбист вынужден поражать форму и убегать. Какая-то нервная достаточно игра получается. Рапсодия подцепила Дедвуда. Но Дедвуд может на развороте, кстати, шлепнуть по Рапсодии. Прожимает БКБ Дедвуд. И уходит. БКБ, я не заметил, было 5-секундное до этого или было 6-секундное, но неважно. На самом деле, да. Секунда больше, секунда меньше. Ему надо в тимфайте просто влететь, влетануть в Равенора. Но пока что, по-моему, это 3-й или 4-й ультимейт, который он всаживает просто в ульту Рапсодии. Ой, могут сейчас подцепить Бабблса, если успеет Равенор на реакции прожать БКБ, но не успевает. Еще есть Саленс тайминговый. Сейвит своего керри. Ну где же твой БКБ, дружочек? Где, какой дельтаплан? Он в Варбиста пытался попасть, это ошибка. Ой-ой-ой, тут сразу конденсация влетает с ПК, но у тебя же сейчас закончится Шранкин, тебя просто уничтожат. Да, умирает Равенор, сейчас умрет еще. Стягивает всех Признер. Признер тоже сейчас минус. Станчик. Блять, с Фростульфом его бабл, серф, фраг. И байбеков нет. Ну, скорее всего, это джейм, потому что спушат они. Ой, раскастовывают ультимейт Магнус. Получится ли у него забрать Бабблса? Или на последних жизнях он еще и дает хекс? Еще забирает фраг. Айда супер КГЕ, айда. Вот и Швеция подъехала.
Да. Больше заслуга Балбафлейн. Плюс еще сейчас мид должны засплитать. Бабос отправляется на базу. Тут Рапса хотела засплитать. Нет, у тебя ничего не выйдет. Что она там? Сейчас крипы через пару секунд выйдут и просто расскажут ей. Очень-очень страшный. Savage Mace приобретает себе Bubbles. Жмут ребята консит, есть шипсик. Есть три атаки. Ну и... закинули мека игру, на самом деле. Поздравляем команду Камп с первой победой. И на этом у нас не все. Сделаем небольшую паузу и вернемся к вам во вторую игру. Никуда не уходите. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хон Гарена.ру.